Какие экзамены надо сдавать после 11 класса? Самостоятельная работа. Там маму готовить есть. Тесты. Например, там о жизни и космосе. Могут сдавать, могут не сдавать. Можно сложные, можно легкие. Биология. Химия. Английский. Что такое ЕГЭ? Ну, я слышала, но не знаю. Как тест. Тест на знания. Какие задания там есть? Математические. Примеры. По физкультуре там. Как думаете, по какому предмету самый сложный экзамен? Алгебра. Экзамены слишком сложные для каждого. Что можно взять с собой на экзамен? Ручки. Сменку. Ручки. Линейку. Тетрадь. Карандаши. Пеналы. Да. Ручки. Фломастеры. А на ЕГЭ можно списывать? Нет. А вдруг человек другой друг, ну, неправильно писал? Мне кажется, нет. О, я знаю такой карандаш, на котором сразу шпаргалки записаны. Потому что двойку получишь. Потому что учитель может заметить и двойку поставить. Зачем надо сдавать экзамены после школы? Чтобы поступить в институт. Или в универ. Да. В колледж. Я ничего не знаю. Проверка на знания. Чтобы вы... В институте нормально учиться. Чтобы быть умным, быть успешным, чтобы пойти в университет, чтобы быть богатым. А это вот лишнее.